Прошу прощения, что немного заставили ждать начала нашего шоу. Меня зовут Роман Христюк. Я занимаюсь специальными и международными проектами в компании Eager Woodman Music Group. И сегодня мы начинаем наш традиционный кино-джазовый конкурс живых саундтреков к немому кино под названием Cinema Jazz Awards. Мы придумали этот конкурс с моим другом, замечательным кинорежиссером Михаилом Довженко в 2010 году. Он буквально через секунду появится перед нами. Я хотел бы сказать только два слова. Сегодня такая немного специальная дата. Мы решили посвятить 13-й конкурс Cinema Jazz Awards памяти великого человека, которого, фамилия которого, имя которого напрямую связано как с джазом, так и с киномузыкой. Это Мишель Легар. Поэтому Cinema Jazz Awards сегодня в честь великого Мишеля Легара. Я готов пригласить на эту сцену Михаила Довженко. Михаил, присоединяйтесь к нам. А пока Михаил к нам присоединяется, я хотел бы показать табличку. Приз, который сегодня суждено получить одной из четырех групп участниц нашего шоу. Вот она. Давайте будем болеть. Давайте будем поддерживать наших участников. Я возвращаю табличку на законное место и... Давайте еще раз поприветствуем Михаила. Спасибо. Рома, на самом деле, как-то страшновато даже. Рома Христюк. Как-то страшновато осознавать, что действительно это в 13-й раз у нас уже происходит. Мы начали вспоминать, тут некоторые члены жюри уже пишут в Фейсбуке, что они в третий раз находятся в этом качестве. В общем, целая история. И особенно радостно видеть, конечно, вас. Вот впервые, наверное, у нас уже совсем нет мест, и будем думать, что делать в следующий раз. Давайте вы поаплодируете сами себе, потому что вас в этот зимний вечер так много. Практически столько, сколько снега в этом городе. Что приятно. Итак, сегодня, как обычно, у нас 4 джазовых коллектива, 4 отрывка из немых фильмов, потом члены нашего жюри выставляют оценки, пятибалльная система, простое большинство очков, в общем, выявит нашего сегодняшнего победителя. Под ваши громогласные аплодисменты я представляю сегодняшних членов жюри не первый раз, наверное, тоже в третий. Членом нашего жюри является легендарная телеведущая Елена Ханга. Человек-монстр, к мнению которого прислушиваются даже не только музыканты, в общем, его боятся. Поэтому несколько групп отказались от участия в нашем сегодняшнем конкурсе, узнав, что он будет в жюри. Это издатель и главный редактор культового журнала «Jazz.ru» Кирилл Машков. Третий раз. Находится среди нашего в таком качестве. Человек-легенда, человек, который ассоциируется со словом реклама, политтехнологии и многое подобное в этой стране. Человек, который придумал, в общем, то, в чем мы сейчас живем. Игорь Писарский. Я постоянно называю этого человека киноактрисой, потому что именно ее вы в первую очередь видели, когда пошла массированная реклама фильма «Притяжение». То есть вот в этом трейлере человек, который объявлял о том, что прилетели инопланетяне. Ну и кроме того, она объявляет много чего хорошего на телеканале «Россия». Ежедневно мы смотрим, мы слушаем и видим новости ее устами. Ирина Ровсилс, телеведущая. Когда я увидел в списке сегодняшних конкурсантов Анатолия Тикучева, я понял, что у нас вот история продолжается. Человек не впервые, то есть уже не первый раз он принимает участие в нашем конкурсе. Сегодняшний дуэт Анатолия Тикучева и Евгения Гречишина
озвучивает отрывок из фильма 28-го года Кинга Видера, который называется «Толпа». История там следующая. Там в Америке начинается уже экономический кризис. Человек из провинции приезжает в Нью-Йорк. Он мечтает стать рекламным королем. То есть, в принципе, он мечтает стать игрописателем. И у него вот все что-то не получается. То есть у него постоянно нет денег, у него проблемы с женой, у них рождается ребенок, не на что кормить, потом рождается второй ребенок, отношения в семье становятся еще хуже. Это все на фоне отсутствия денег. Он мечтает стать по-прежнему, то есть добиться успеха в рекламе. Потом у него ребенка сбивает машина, ребенок погибает. То есть вот у человека не везет по жизни. Кроме всего прочего, экономический кризис в стране, вот-вот он все разбивается и так далее. Финал фильма очень такой, знаете, простой. Человек добился успеха в рекламе. Он становится, знаете, вот этим человеком пирожным, да, который в итоге носит рекламу на себе. То есть вот оптимистическое кино, 28-й год, Кинг Видер, фильм «Толпа». Дуэт Анатолия Текучева и Евгения Кричичина. Thank you.
Кузнецов и Евгений Гречищев. Спасибо. Это был фильм «Толпа».